если честно, она заслуживает уважения. Сейчас на выезду не пристегиваться же можно, да? Пристегивайся, брат, я пообщаюсь. Поезд покажем, просто скажем, бля. Что ты говоришь про чеченцев? Про чеченцев, брат, я ничего не говорю. Я говорю, у меня в прямом эфире 70% чеченцев собрались, которые против меня газуют. Которые не могут обычно, спокойно, достойно принять поражение своего земляка, так скажем. Примите, братья, не оставьте вот этот межнациональный вот этот конфликт здесь. Путь вот туда вот это нацию, вот это все дела, разделят нацию и так далее. Это спорт для того, что в Дагестане с чеченцем подрался. Ничего, конфликтом не должно заканчиваться, поэтому подрался, выиграл, знаешь, как был сильнее в этот день его. Можно вот так все дать по рукам, сказать, достойно выиграл, 19 лет и так далее. Они качат там от того, что своего земляка побили, и там другим моим земляком поделись, который получше Хамзата чем-то, вот этот Амир Алиев, например. Почему я должен с Амир Алиевым драться? Почему? Потому что я вашего земляка побил, что ли, братья? Так же не бывает. А так, свой братский народ, своих соседей, в первую очередь, чеченцев я уважаю и люблю. Я и там, после боя это сказал. Поэтому не должно быть здесь такого. А то, что там с Хамзатом Магомадовым и с другими пацанами, это у нас спорт, это у нас... Кроме спорта там ничего нет, ничего другого и не должно быть. Мы меряемся силами, мы доказываем друг другу, кто мы такие на самом деле. И хотим тоже чего-то добиться. Так же, как я хочу чего-то добиться в этой жизни, так же и Хамзат этого хотел. В принципе, у него это получается так же, как и у меня это получается. Да, это... Как в Москву и когда стал? А ты что говоришь? Хац, когда Москву и стал? Даже. Да, брат, спортивный интерес, вот что я хочу сказать, это только спортивный интерес. Здесь нету ничего личного. Здесь нету никакого там межнационального конфликта. Здесь просто спорт. Просто спортивный интерес. Поэтому, братья, мы как любим, уважаем друг друга, чеченцы и дагестанцы, так и любили и будем любить друг друга. Поэтому у меня очень много братьев есть достойных. Я даже когда в школе учился, здесь болел по соке. Болю поселок, там же это чеченский поселок. 90%. 99% болю поселка это чеченцы, пацаны. Я жил среди чеченцев, я всегда рядом со мной были чеченцы, братья, поэтому. Я и язык чеченский хорошо знаю. Поэтому, братья, у нас есть что-то общее. Вместе газ держим, поэтому. Вместе взбираемся на вершину. Вместе, иншалла, и увидимся на этой вершине. В нашей школе даже я на чеченский язык шел вместо своего родного, потому что в основном же родной язык в нашей школе, в основном, чеченский был. Мы чаще там зависали, я чаще чеченский язык изучал, чем свой даже язык.